Так, вот, друзья, собираемся мы в поездку. Недалеко выйдем за город. Я жарю цветную капусту. А вы такую любите? Мои детишки любят. Смотрите, какая она румяная и красивая у меня получается. Вот она какая, смотрите. Возьмем с собой, чтобы там перекусить. Ой! Запотела камера, как жарится у меня капустка. А еще мы с собой возьмем вот такие кабачки. Представляете? Дима кабачок не ест, а выковыривает только котлетку. Так что накладываем с собой кабачки и уезжаем на природу дышать свежим воздухом. Дима подошел, говорит: мам, давай я тебе помогу, да? Омлет! Нет, это же цветная капустка твоя любимая. Давай жвачку добавим. Жвачку добавим? Ну, Дима нашел жвачку. Давайте возьмем поездку. Поездку с собой возьмем жвачку? Да. Как же мы без жвачки, конечно, возьмем. Ой, какие красивые у меня получились кабачки. Все с огорода. А малышке мы возьмем вот такую пюрешечку. Польза овощей и фруктов. Ну все, наша капуста готова. Вот она такая румяная, красивая у нас получилась. Мы ее выключаем. Дим, ты уже готов? Да. На выход, да? Где мои ботинки? Вот Димочка переоделся, тут папа подтянулся. Ищет обувь, чтобы выйти на улицу. Все, я нашел. Нашел? Ну что, ребята, давайте выносите велосипед, все в сборе. Весь транспорт наш. Это на босу ногу носит? На босу. Ну не на носки же. Главное, чтобы не натирали. Обычно под такие кеды слитки покупают мужские. Одел? Все, вот белый вот так, белых пойду. Ну прикольно. Белые. Летний вариант. На белые улице кеды. Сегодня жаришка, да? Их надо пониже спускать. И мы едем на озеро. Просто возле водички будем. Ну все, поехали, выходим. Дим, велик, вытаскивай свой. Кепка. Кепку не взял, но где там кепка у Димы? А что это у вас за змея здесь лежит? Ой-ой-ой, кого только у нас дома нет. Дима, твоя змея? Она мягкая. Все, вышли? Все, пошли. Ребята. Мы уже в машине, пристегнулись в наше безопасное кресло и готовы уже ехать. Кто здесь? Вот мы и приехали, друзья. Хотели поехать на полянку, но кажется, дождь собирается. Туча нас настигла. Едем, едем. Мы в дом отдыха Березки приехали. Тут хорошие дороги, тротуары. Сейчас будем здесь кататься и гулять. Нет. Маршрутка. Маршрутка едет, и правда. Нет, это маршрутка разве? Ну, газель, да. Вот, Дима, ты глазастый увидел. Молодец. Осторожно, ты куда? Ты смотри на дорогу и прямо смотри. Контролируй свое движение. Так, нам сейчас нужно найти полянку или местечко такое хорошее, где мы сможем устроить наш пикничок. Вон, лавочка. Лавочка? Да нет. Давай, может быть, под крышей, потому что, кажется, дождь собирается. Какая-то тучка повисла. А такая жара была, солнышко. Дима, ты выезжаешь на дорогу, смотри по сторонам. Скоростной велосипед. Ну что, на озеро пойдем, ребятки? Или полянку будем на пикник искать? Давайте поедим сначала. Ну давайте перекусим, а потом погулять можем. Привет! О! Ну что, буксуешь? Давай, давай, педалями крути. Так, нашли мы тут какой-то небольшой парк.
Слушайте, а там какая-то подкова, ребят, пойдемте посмотрим. Пойдем посмотрим, Димуль. Смотрите, какой здесь прекрасный лес. Жаль, что нельзя передать тот кислород, которым мы дышим. Ну что, мы приближаемся к нашей цели. Увидели в тенечке такую миленькую полянку. Ну что, наверное, здесь мы и остановимся. Сели мы на перекус в лесочке. Смотрите, какая прекрасная у нас полянка, ребятки. И недалеко детская площадка, на которую сейчас Дима покушает и побежит играть. Что там пьешь? Сок? Я тоже сяду, перекушу. Приятного нам всем аппетита. Дима, ничего себе, ты залез на дерево? Да. Сам, что ли? Да. Вот это ты верхолаз, не боишься? Вон а какая высокая надо, березка. Я держусь. Тут раньше фонтанчик, похоже, был. А осталась груда камней. Мушки уехали, меня не дождались. Придется их догонять. Ой. Руль тебя не слушается, что ли, Дим? Да. Вот такой дом отдыха березки. Очень много здесь березок растет. Наверное, поэтому так и назвали его. Эта тропинка ведет прямо к озеру. Такие миленькие березки. О, Дима силач. Ты сам решил по ступенькам велик свой тащить. Ой, какой сильный. Молодец. Настоящий мужик растешь. О, не тяжело тебе, Дим? Нет, супер, да? Ты мускулы качаешь, да? Фух, справился, молодец. Вот мы и вышли к озеру. А пойдем спустимся быстренько, посмотрим, что там. Я пока буду камушки кидать. Камушки пойдем кидать? Ну, пошли посмотрим, что там. Ты уже, что ли, начал кидать камушки? Иди поближе спустись. Ты только далеко не кидай, а то там же люди купаются. Здесь, на бережку. Угу. Я самый огромный. Самый огромный нашел камень, да? Так, ой, как буль-буль, да, получилось? Прикольно. Ну-ка, интересно, а водичка холодная? Пойдем проверим. А, холодная тебе как? Не холодная. Сегодня такая жаркая, прекрасная погода, и все вот люди выехали к водоемам. И мы тоже. И тучка даже нас не напугала, которая над нами висела. Она ушла просто, и все. О, ты зачем туда кидаешь? Там же люди, вот кидай, где нет никого. Смотрите, какая у нас тут шикарная природа, горы. Красотища. Пошли. Я нашел перо. Не надо перо поднимать, это голубь потерял. Зачем оно тебе? Не нужно. Тихо. Куда ты поехал? Опять иди руки споласкивай. Пойдем, поднимайся. Осторожно, тут скользко. Вот молодец. Димуль, пойдем уже на выход. Велик бери. Ну все, наша малышка уже нагулялась. Все, хочет бай-бай, домой. И мы поехали домой, Димчик. Димчик, зачем ты по лесенке? Тебе понравилось, что ли, туда-сюда? Велик таскать? Пошел на корабль. Нет, на корабль уже не пойдем. Ну вот, Дима попросился на корабль. Посмотрим, что это за корабль у нас такой. Пойдем-ка, наверное, дальше. Пойдем, спускаемся с корабля. Так, Димчик, давай, мы сегодня приехали на велике покататься, поэтому садись на велик и погнали дальше. Есть у тебя звонок-то? Работает?
Работает. Поехали. А может мороженку? Мороженку хочешь? Хочу. А какую? Ты тоже будешь мороженку? И папа у нас будет. Ну давайте. Сейчас тогда выберем какое-нибудь вкусное мороженое. А вот оно моя замороженная. Теперь нам совсем не жарко идти. Давай открывай. Давайте помогу. Настоящая замороженная кола. У меня, смотри, покажи. Маленькая такая. Какая маленькая. Давай поменяемся, где пломбира ты мне. Ну, пожалуйста. Это моя. Ну, давай поменяемся. Нет, это моя. А у мамы какая? А у меня пломбир. Да, буду. Я не хочу что-то свой пломбир. Давай поменяемся. Ты открыла, мне твоя больше понравилась. Не, давай пломбир, поменяем. Пломбир, не. Я думала, уже на шоколаде. Ну, зато у нас у каждого разный цвет. У папы белый, у меня желтый, а у Димы цвет колы. Цвет колы у Димы. Она уже растаяла почти. Ну, быстрее съешь. Дай игрушку какую-нибудь. Ну как, Тимуль, мороженка? Вкусная? Ну покажи, что там, ешь ее хоть. Вкусняцкая? А тебе, пап, как? Очень вкусная. Правда, шоколаде я люблю больше. Ну ладно. В следующий раз пойдем в шоколаде. Отлично. Мое любимое тут что-то. Ананас, еще ж какие-то фрукты. Я такое люблю. Фруктовое, да. Ну, уже у нас малышка попробовала наше мороженое, да? Холодное. Нельзя уже взять, умазая. Ну все, поехали. Вот, друзья, отлично мы погуляли. Идем к выходу. Пока всем. До новых встреч, друзья. Я надеюсь, что мы будем чаще выезжать. Пока. Пока, Димулька. Ты еще не доел свою мороженку? Пока. Давай, Димульчик, давай, еще немножко осталось. Нет, ты можно? Я видишь, коляску везу. Давай, собирай. Ну, как быстро, раз и все. И коляска собрана. Вот мы загрузили все в багажник. Весь наш транспорт. И отправляемся путешествовать дальше. Все, поехали. Поехали.